Я последнюю страницу, когда делала, я выжидала 6-7 дней. Ну, как выжидала? Но это вот когда ты уже в группы добавилась, все, и после этого через 6 дней, да? Я каждый день делала, ну, как обычно, да, создала страничку, ну, там, пару фотографий, ну, то есть то, что обычно, да, свою фотографию, пару фотографий в... пару постов. Ну, то есть коротко о себе. Ага. То есть два поста у меня, по-моему, там было, и фотография. И я добавилась в друзья там, ну вот самые ближайшие, да, кому я могу добавиться сразу. То есть 5-6 человек. Ага. Больше 5-6 я не отправляю заявок за один раз ни с одной страницы. Потом следующее, это утром, допустим, да, я отправила 5-6 заявок и вечером отправляю 5-6 заявок. Днем еще можно. Ну, то есть ты вот эти 15-20 заявок делишь на три части. Утром, днем, вечером. Потом на второй день я выложила еще пост или два поста, не помню, да. А, ну, поскольку вот в чат по раскрутке выкладываешь странички, то там друзья добавляются. Ну, как бы, да, больше, ну, быстрее заполняется. Ну, да, вот я выложила, тут сразу как бы этот, начали добавляться. Я уже в последнее время даже добавить друзья не включить, ну как бы без этого обходилась. Вот. Дальше, в третий день я добавила 100 групп по работе. Ага. В принципе, это можно быстро сделать. Иди отсюда. Не ушло на это много времени. Потом я каждый день утром, вечером добавлялась в друзья. И там пост, например, да, один пост в день. И утром, вечером добавляюсь в друзья. 5-6 друзей. Ну, я, например, захожу на страницу Эдуарда или на страницу Натальи и подряд там, да, все, кто онлайн, ну, выбираю, кто онлайн, и все, кто мне не в друзья, по порядку отправляю заявки. Потому что в основном, ну, в начале, в самом начале у Наташи и у Эдуарда всегда идут лидеры. И они, в принципе, ну, спокойно принимают друзья в заявки, как бы, без проблем там. И последнюю страницу я вот таким образом и раскручивала. И потом от начала, от момента создания страницы, когда прошло, по-моему, 6 или даже 7 дней, ну, короче, 7, то есть я создала страницу на позапрошлой неделе в субботу, а впервые с нее раскидывала объявление, по-моему, в субботу на прошлой неделе или в пятницу на прошлой неделе. То есть с момента начала, с момента создания страницы я выдерживаю 6-7 дней. Ну, добавляю группы. Добавляю друзья. То есть, чтобы у меня было около 100 друзей хотя бы. Ясно. Ну да, я вот тут, читай, добавилась. До этого, читай, создавала, но как бы добавь друзья. На каких-то страничках сразу добавляются. А тут прям, наверное, на трех или на четырех вообще тишина. Ни а два вообще никого, ничего, ни грамма ни одного. Думаю, что за фигня. Вот, и я как бы, ну, вот потом тут маленько начали добавляться, тут я сама кому-то, и вот потом тоже я тут через Эдуарда уже этот. Да, я делаю через Эдуарда. Ну, то есть я выкладываю страницы в чат раскрутка страниц, и я делаю через Эдуарда. Ну, то есть я, во-первых, сама у себя везде в друзьях, со всех страниц и с рабочих, и с основной. Я сама себе лайки ставлю. Ну, вот просто у меня как бы никого не было, я не стала добавлять, думаю, тут пока никого не было, я не стала, думаю, что сама у себя одна буду по себе тут. Нас добавляй. Я не стала. Нас добавляй. Команду свою добавляй. Я к тебе, Татьяна, добавлялась, правда, не на все, наверное, страницы. Ну да, я видела. Там, где-то было, по-моему. В первую очередь, когда раскручиваете страницу... Ну, 5, наверное, я добавилась на 5. Друг другу добавляйтесь, когда раскручиваете, да, сразу выкладывайте в нашем чате, и пускай добавляются друзья. Вот, в лидерском чате. Так, это понятно, да? Ага. Ага, хорошо. Так, подождите, я вам с ноутбука перезвоню. Давай. Да вот я тоже никак не могла подключиться через компьютер. Я вижу все, ничего не слышу вообще. Пока вот тут с телефоном сейчас промыкалась. Ясно.
Люб, когда Эдуард добавляет к нам в структуру людей, их кто сопровождает? Я на себя беру. А, то есть ты их сопровождаешь. Да, да. Можешь драть. Не, я... Ну, я как-то изначально... Мы даже не договаривались так с Эдуардом. Получилось... Ну, во-первых, да, мы когда начинали строить команду, они же чаще добавляли, это сейчас уже не так часто. Тогда же они чаще добавляли, пока я сама училась рекрутировать. И, ну, по-любому получалось, что я сопровождаю, поскольку это моя команда. А потом, когда уже стали приглашать другие, уже те, кто кого пригласил, они сопровождают своих. Я сопровождаю тех, кого приглашает Эдуард. Ну, вот сейчас те, кого приглашает Эдуард, беру я на себя. Но бывает такое, что они на меня не реагируют, то есть перестают реагировать, и я просто их, ну, как бы, да, вот Таня, например, могу попросить, Свету, вот таким образом. Вот, поэтому сейчас часть людей, которые Эдуард приглашал, да, их Таня или Света сопровождают, а так основную массу я. Ну, понятно, я имею в виду не он, сам ему этим заниматься некогда. Даже когда только-только начинали. Ну, Эдуард, во-первых, он, если сопровождает, то Наташа. То есть меня Наташа учила. Она не сопровождала никогда никого в нашей команде. Они вот как-то так сразу передали это мне. И, ну, просто, да, направляли, как сопровождать, что делать. Вот это вот момент. А так, ну, они не сопровождали. То есть мы могли там созвониться втроем, например, да, я, Наташа и еще кто-то. Вот, или на планерку там они могли прийти. Но в основном сопровождаю я всегда. То есть Эдуард сам нет. Он может созвониться иногда, ну, как бы, да, со своими. Вот, но, как правило, нет. Ясно. Еще такой вопрос. Вот у меня ссылочка была ВКонтакте, где личная информация, кликабельная на сайт, вот эта реферальная. А сейчас почему-то не кликабельная. И как я не пытаюсь через Google или через сокращение даже ВКонтакте, она все равно остается не кликабельная. Есть какой-то способ ее оживить, не знаете? ВКонтакт вообще не пропускает вот эти реферальные ссылки. Он их показывает как спам-страницы. Ну, поэтому я ее перевела через Google, через сервис сокращения ссылок. И она как бы кликалась, а сейчас опять не кликается. Я поменяла ссылку через блокпост. То есть у меня на YouTube-канале есть плейлист «Техническое сопровождение». И там есть видео, оно не длинное, минут, ну, до 20 минут. Там Ян Васильев конкретно рассказывает, как поменять ссылку, чтобы она стала активной. Ну, то есть, чтобы она не шла как спам-ссылка. Подозрительный, да, а именно чтобы шла как обычная нормальная ссылка и по ней можно было переходить. Вот. То есть я вот так поменяла. Это хорошо, посмотрю тогда. Плейлист называется «Техническое сопровождение». Вот туда я скидываю то, что касается там, да, ну, как записать. Инструмент, да, инструменты, то есть то, что помогает дополнительно в работе. Так, теперь. Несколько моментов. Первый момент по поводу сопровождения новичков. Вот каждая, расскажите, пожалуйста, как вы работаете с новичками после того, как они, ну, как вы их зарегистрировали. Вот с момента, как они сказали «да», и дальше, как работаете? По чек-листу, который я тебе обещал, скинуть и не скинул. У меня сегодня вообще день такой был. Бестолковый, вот просто бестолковый. Я вымотана, как не знаю кто, а результатов ноль. Ну, своими словами, и там прям все отмечаю. И там прям вот у меня все написано. Там письмо, и пароли, ссылки, явки и так далее. Добавиться на чат. Вот я сейчас просто не перед компьютером. Я боюсь, я сейчас сдвинусь с места, и у меня связь пропадет. Я сижу на полу около кровати.
нашла, да, где тут есть Wi-Fi через телефон, потому что ноутбук забрали, а компьютер, ну, не знаю, не слышу я вообще Skype, почему-то, не знаю. Вот. У меня там, в принципе, я считаю, неплохо. Но так как я всего два новичка и только начала сопровождать, да, поэтому я вот так вот навскидку особо не вспомню. Там и по дням, по шагам вот на сайте Эдуарда Васильева сразу, и созвоны после каждого задания спросить, что понятно, что непонятно, новое задание, и на сайте, и созвучно с этим, и еще там книжечки добавляю, ну так вот тоже, чтобы человека не забрасывать очень много. Но у меня получается, что пока вот с Кристиной я больше работаю, но у нее тоже вот как бы у нас началось вот это вот все обучение, она сидела дома с ребенком, и бац, ее прямо на следующий день вызывают на работу. И она теперь с работы приходит только в 7 вечера, и какое-то вот обучение, маленький ребенок, и ужин, и все на свете. Но все равно она там, я смотрю, что-то копошится, собралась вот она заказ делать тоже на днях. Люба, я тебе лучше скину его все-таки. Я сегодня про него вспоминала, я даже там сегодня его открывала, и я о чем сказала, ставлю плюсик. Если она это еще не сделала, рядом ставлю минус, чтобы знать, что я это сказала, но она пока еще не сделала. Как только она делает, я сразу меняю минус на плюс, потому что там, например, что-то еще она не доделала, но я ей новое сказала уже впереди, то есть там стоят плюсики, а вот красным минусики там отмечают то, что вот еще это надо будет проконтролировать обязательно, то есть она не сделала. И у меня сегодня такая ситуация была, девочка вроде бы заинтересовалась предложением, через одноклассники я с ней общалась, но как только она увидела регистрационную форму, она замолчала и пропала. Вот я уже заметила, что рехформа почему-то пугает. Я ей дала на завтра еще денечек, да, потому что она, я говорю, ну, объяснила, говорю, есть компьютер, она говорит, завтрашнего дня будет. Я говорю, ну, окей, говорю, давай завтрашнего дня. Но она говорит, давай попробуем с телефона. Я говорю, ну, давай попробуем с телефона. И как бы сказала, я говорю, ну, вот я сейчас скину регистрационную форму, заполни ее, и как отошлешь, пожалуйста, отпишись мне сразу. На основании этих данных, вот регистрационной формы, я открываю тебе филиал на сайте компании и доступ на обучающий сайт. И тишина. Но я пока не стала раздражать писать, думаю, пусть человек пока подумает. В принципе, мы с ней, правда, это был не телефонный разговор, а именно переписывание. Вот в Одноклассниках вот это письмо я блоками его все скидывала. И я думаю, у нее есть время перечитать, потому что даже если ее что-то напугало, там, я думаю, так хорошо изложен текст, что она должна понять все-таки, что это такое. Вот. Ну, а завтра тогда уж свяжусь и спрошу, что там у нее с компьютером, как, что она думает дальше делать. Ну, вот я уже не первый раз заметила, что реформа вот как бы человек пугает. Можно, конечно, просто спрашивать, да, в чате, например, то есть у меня, я один-два раза, ой, не в чате, в личной переписке, да, кто-то там спросил, а меня, допустим, да, или там обязательно ли заполнять форму, я говорю, ну, в принципе, говорю, можно эти сведения присылать так. И угу. ФИО, полный адрес, дата рождения, электронный адрес, я просто отсылаю, и мне присылали так один-два раза, вот. Угу. Но, то есть у меня есть формы отправленные, но они не заполненные, да, ну я же помню, да, сколько я отправляла, сколько приходило регистраций, вот. Но я как-то, ну, думаю, ну это статистика, то есть кто-то побоится уже на этом этапе и не заполнит. Вот, поэтому я просто потом через день, например, да, пишу, вы хотели присоединиться в нашу команду, но еще не заполнили форму. У вас остались какие-то вопросы, и все. Если у него есть вопросы, он задает, если нет, то, ну, нет, нет, кто-то вообще молчит, начинает, ну, игнор включает. Ну, и ради бога, я дальше ищу. Я как-то спокойнее, что ли, стала относиться вот к таким моментам, что люди, даже если говорят «да», они не всегда делают так, как говорят. Вот. Ну, да. Да, поэтому хорошо, если вы сказали «да», но потом отказали, ну, это ваше право, да, я как бы не буду настаивать. Вот,
я вам напомню о себе, ну, как бы, да, вот этим письмом вы хотели заполнить, но еще не заполнили. Вот, если человек не отреагирует, то, пожалуйста, а иногда некоторые пишут, да, я помню, у меня не было возможности, вечером заполню. И действительно, вечером письма приходят, ну, как бы, да, формы заполненные приходят. Поэтому иногда действительно у человека нет возможности, там, да, технической возможности, через телефон неудобно кому-то, кому-то там через, ну, вообще, да, по телефону-то мы поговорили, а вот доступа до компьютера нет, до интернета. Вот, поэтому, ну, как бы спокойно я к этому отношусь. Угу. Просто когда большой поток людей идет, ну, на это уже нет времени зацикливаться. То есть, когда, допустим, да, ты там с тремя поговорила, и тебе один сказал, да, а потом форму не заполнил, это, ну, как бы запоминается, так ведь? А когда ты поговорил с 15 и скинул 5 форм, и из них один не заполнил, ну, как бы, да, ты знаешь, что он не заполнил, ты ему пишешь на следующий день письмо, но остальные там 2 заполнили же там, да, или 3 заполнили, вот, и ты уже работаешь с теми, кто заполнил. То есть это количественный вопрос. Понятно? Ну, да. Сопровождение. Да, сопровождение. Тань, ты как сопровождаешь? А как, у меня тоже особо-то никого не было. Эти две новички, новенькие, считай, до этого, которые, они все, не алло, первая сразу притихла, вторая то включится, то выключится из бесед. Ну вот, смотри, да? Ну, вот, вот с этой спасли. Угу. Что Смотри, именно, что конкретно говорите? Вот сейчас я с последней девочкой. Те вообще ничего, одна сразу не стала на сообщение, вообще перестала читать ВКонтакте первое. И потом вот прочитала, ничего мне не ответила, я звонила, она тишина. После этого заполнения формы как бы уже все. Вот вторая как бы тоже, то буду, то не буду. Вот еще спрашивала, что она то удалится, то появится. Как бы она тоже тишина, я тут сообщение написала, она прочитала, а мне ничего не ответила. Как бы вот. И вот сейчас последняя вот эта девочка, вот последняя регистрация, я ей отправила форму, затем мы с ней созвонились, я ей сказала, после, ну, говорю, как я проведу регистрацию, я говорю, вам придет пароль, ну, код с подтверждением, я говорю, на телефон, вы мне сразу этот код сообщите, чтобы я активировала ваш личный кабинет. Вот, она мне, значит, сразу сообщила после этого, я, ну, я как бы сразу вот в этом разговоре, я говорю, я вам вышлю письма, в которых будет доступ, ну, пароль и логин с доступом на обучающий сайт Эдуарда Васильева, на ваш личный кабинет на сайт Oriflame. Затем я вам скину письма с наставниками, кому вы должны обратиться. Письма, вот я, и потом затем письмо на YouTube-канал подписаться, вот я скидывала твой, свой, Эдуарда и с Наташей. Вот, и затем уже мы с ней, а вот это она все я ей скинула, я говорю, и завтра мы с вами созвонимся. Вот, я ей перезвонила, она, этот, я говорю, как бы, ну, чего там как, она говорит, я пока не успела никуда зайти, была на учебе, мне некогда. Вот, я говорю, ну, давай, как бы, тогда до завтра. Вот, она говорит, ладно, ладно, вот мы с ней сегодня созванивались, она зашла на обучающий, ну, я еще сказала, что нужно хотя бы сделать 2 задания и изучить хотя бы там какие-то видео, что-то на обучающем сайте полазить, посмотреть. Вот, сделать 2 задания. Там, говорю, на неделю расписаны задания. Я говорю, хотя бы вот 2 сделай, вот. И вот сегодня мы с ней созванивались, она зашла при мне. Ну, как бы тут вот мы разговаривали, она говорит, все, у меня все получилось, куда мне чего. Я говорю, так и так. Ну, вот я говорю, давай изучай, и завтра мы с тобой уже созвонимся. Я говорю, на сайт Oriflame зайди, говорю, посмотри, какие акции. Я тоже ей объяснила вот это вот. Стартовую программу по телефону, это я и объясняла, еще раз потом в письме написала. И вот про эту как, лояльность, эта акция, вот про сумку, про косметичку, полотенце. Вот так. Тише. Все, а дальше? А дальше вот завтра буду ей звонить и узнаю, что она смогла изучить, все ли ей понятно. А дальше, не знаю. Дальше будет следующее задание. Пригласила ее на вебинары. Так. Смотрите, девочки, у меня есть предложение, чтобы мы
созванивались вместе с вашими партнерами по скайпу, например. То есть Света, например, да, я и вот там Марина, допустим, да, или Света, я и Кристина. Слышишь, Свет? Да. То есть для чего? То есть вот этот момент, да, у нас как бы идет, вот. Дальше... Ну, мы вроде приглашаем же зарабатывать, и вот на этом моменте, да, изучи видео, изучи обучающий сайт, иди на вебинар. Все. И на этом моменте у нас заканчивается, так ведь? Ну, чаще всего получается. То есть мы не знаем, что дальше делать с этими людьми. По сути, с человеком нужно, ну, с кем-то раньше, с кем-то позже, по-разному, зависит от людей. Вообще человек должен понимать, для чего он делает те или иные действия. Так ведь? То есть просто так же, ну... Просто так приглашать людей. То есть для чего приглашать людей? Непонятно. Поэтому, чтобы знать, для чего приглашать людей, человеку нужно поставить цель. То есть определить, когда, чего, сколько он хочет зарабатывать. И поэтому вот с этим моментом поработать я предлагаю созваниваться. То есть, например... Ну вот у меня, кстати, в чек-листе есть вот это вот и планирование. Да. И планирование цели, расписывание задач. Да, вместе созвониться, прописать задачи, да. Прописать количество. Я просто до этого еще не дошла. Да, ну, то есть мы еще до этого не дошли. Математически прописать количество, чтобы было понятно, что дальше делать. Чтобы человек понимал, для чего он это делает. То есть для него баллы, бонусы – это очень абстрактное понятие. Вот, ну, как бы, да, я повторяю это часто, как бы, но тем не менее… Для новичка понятие балл бонуса, квалифицированный, неквалифицированный – это абсолютно абстрактные понятия. То есть ему, в общем-то, пока все равно. Он хочет заработать. Наша задача – ему показать как. То есть ему нужно показать конкретные действия, что нужно делать. Прям конкретно-конкретно эти действия, что нужно делать. Вот. И поэтому я предлагаю созваниваться. То есть заранее договариваемся и созваниваемся. Да, со Светинами и Таней, с твоими то же самое. Да. Ну, как бы мы просто слушаем, а ты уже им там вот эти вот цели и задачи, чтобы мы знали, как или как. Нет, смотри, вы слушаете, как. Да, может, круглый стол организовать сразу несколько, например, новичков, наставников и все сразу. Ну, как вариант. Или по одному все-таки с ними. Вообще, это индивидуальная беседа, как бы. Вот, планирование. В чем суть, да? То есть первые разы, там несколько раз мы можем это сделать вместе. Цель моя – показать новичку, что он должен делать. Две цели у меня, да? Первая цель – показать новичку возможности и прописать действия конкретно, математически рассчитать. Вторая моя цель – научить вас. То есть, чтобы вы понимали, как это надо делать. Ваша задача – сидеть и учиться, и знать, к чему идет ваш новичок. Потому что если я с ним созвонюсь, да, ну, там, вдвоем мы с ним созвонимся, поговорим, и чё? А вы-то не знаете, к чему ваш новичок идет, да? То есть, какие действия у него должны быть, что у него должно быть. Вот, поэтому... Вначале несколько раз мы созваниваемся вместе, а потом вы со своими людьми начинаете делать это самостоятельно. Понятно, да? Мысль поняли мою? Угу. Да. Вот. То есть сначала это обучающие несколько раз, там 2-3 раза, а потом уже это самостоятельно с каждым новым партнером. В принципе, созваниваться можно и по Viber при желании, да? Созваниваться можно по... Ну, по скайп, WhatsApp, вот я не знаю, WhatsApp есть, нет возможность созваниваться, Telegram есть возможность, да, есть. Созваниваться. Ну, то есть, да, если у человека нет скайпа, то можно найти другие способы, да, через другие мессенджеры и созваниваться. Как бы это не проблема сейчас. Угу. Вот. Другое дело, что у нас у самих все это должно быть установлено, да, и Viber, и WhatsApp, и Telegram. То есть мы должны... Ну, как бы, да, мы должны быть гибкими и мобильными. Если у человека... У меня в WhatsApp. Чего? У меня в WhatsApp нет. Загрузи. Не сложнее, чем... У меня все есть. То есть, если у человека нет скайпа, да, ну, опять же, да, он не понимает, для чего ему это нужно. Вот он жил там свои 30-40 лет без скайпа, ну, и как бы
спокойно. То есть, ну, не все же как воспринимают такой момент, что для работы это надо, так ведь? Вот, поэтому мы можем предложить созвониться по Skype, по WhatsApp, по Viber, по Telegram, да, что у человека есть, поэтому мессенджеру и созваниваемся. Все, как бы, ну, тут нет проблем. Люк, да. А им как преподнести? Что, давай, ну, сначала уточнить там, что есть, да, через чего можно созвониться, и потом как сказать, что вышестоящий наставник, как, преподнести это как? Это не нужно даже там долго ждать этого момента. Можно просто в телефонном разговоре поговорить. Смотри, да, нас всех интересует возможность заработать. Так? Так. То есть мы с тобой должны четко определить, сколько ты хочешь зарабатывать. Вот сколько ты хочешь зарабатывать? Вот, Тань, ты сколько хочешь зарабатывать? Пока 1050 бы мне хватило. Да, пока 1050. Света, вот сколько ты хочешь зарабатывать? Ой, я уже отдохнуть хочу. А толком уж ничего не сделано. Не знаю, Люб, что-то я сегодня какая-то усталая. Нет, ну это не сегодняшний вопрос, это вопрос вообще. То есть мы же делаем для чего-то, да? Вот смотри, пока ты сама для себя не поймешь, какую цель, ну вот цель не проставишь, вот все эти действия будут, ну они будут приводить к усталости. Знаешь почему? Ну пока... Потому что ты вроде как делаешь что-то, но... Ну, как бы, да, нет конкретного понимания, для чего. Ну, да, вот когда-то там бриллиантовым директором стать. А когда? Конкретно, когда ты планируешь? Ну, у меня немножко другая история сейчас. Усталость. Мне, в принципе, жаловаться просто не хочу. Вот. Ну, вообще, конечно, мне вот 1120 прям вот меня пока что вот привлекает. И вот смотрите, да, если вы говорите вот эти суммы, значит... Мы должны четко понимать, когда мы это хотим сделать. Потом, если хотелось бы за год. Вот. То есть, если мы это делаем за год, то мы должны учитывать еще специфику. Да, мы работаем с теплым рынком или мы работаем с холодным рынком. То есть, если мы работаем с теплым рынком, это одна статистика. Если мы работаем на холодном рынке, то статистика другая, да. То есть там количество людей должно быть в два с половиной раз больше, чем на холодном рынке. Соответственно, регистрации должно быть в два с половиной раз больше, чем при работе на теплом рынке. Сопровождение должно быть более качественным, что ли, да, потому что, ну, по той простой причине, что незнакомый человек, если ему один раз что-то стало непонятно, он может просто уйти, он может сделать вывод, что это очень сложно. Так ведь? Уйти не потому, что ему не хочется зарабатывать, просто у него один раз не получилось, и он может сделать вывод, что это очень сложно. То есть вот он один раз не смог попасть на обучающий сайт, и все, это сложно. Даже на сайт не могу зайти, а уж там зарабатывать через этот сайт, это вообще нереально. И все, и человек слился. И все, мы его потеряли. Вот, поэтому, и вот вы, да, когда договариваетесь со своим человеком, сейчас, минуточку. Алло. Ага, все, меня тут включили в планерку другой команды, и теперь каждый день в 7 часов звонят. Вот. Я выступала у них просто. Когда мы говорим, да, вот мы пришли зарабатывать. Вот вы этот же вопрос задаете. Сколько ты хочешь зарабатывать? Вот для начала, сколько бы ты хотел? Ну, человек говорит, да, по-разному. Если человек говорит, ну, не знаю, я не думал. Ну, то есть этот человек вообще как-то несерьезно относится ко всему. Если он даже не знает, сколько он хочет зарабатывать. Ну, то есть, если ты ищешь работу, ну, вот всегда, да, если мы ищем работу, то мы знаем, какую зарплату мы хотим получать, так ведь? Хотя бы примерно. Если человек говорит, я не знаю, блин, а что ты тогда вообще начинаешь искать что-то, работать? И, ну, как бы, да, можно подвести, ну, вот подумай, прикинь, посчитай, да, но это вот, ну, тяжеловато. Потом есть другой вариант, да, кто-то говорит, допустим, да, на вопрос, сколько ты хочешь зарабатывать, он говорит, о, чем больше, тем лучше. Это не сумма. Нет такой суммы, чем больше, тем лучше. Я хочу миллион. Вот завтра. Но это опять же, вот это вот, да, ну как, это не амбициозность, это не серьезность. Все-таки больше. Вот, то есть человек не оценивает, нереально оценивает свои возможности, не оценивает ситуацию, да, но как бы, да, тоже можно дальше. Если человек говорит, мне там для начала 10 тысяч, 20 тысяч, 30, 40, 50.
50, 100. То есть он говорит конкретно. Хорошо, давай мы с тобой сделаем так. Мы созвонимся втроем с нашим менеджером и рассчитаем, что нужно делать для того, чтобы зарабатывать такие деньги. Хорошо? Хорошо. Ну, в общем-то, люди, наверное, ну, как бы, да, я тоже это только начинаю практиковать, во-первых. Во-вторых, я же как бы сам, ну, со своими людьми это делаю, и мне проще, я могу сразу на скайп выводить, так ведь? Вот, ваша задача объяснить, для чего человеку это нужно. То есть, если ты хочешь зарабатывать 50 тысяч, например, то мы должны знать, что мы для этого должны делать, сколько мы должны людей приглашать, да, как часто и так далее. Вот и наш менеджер, ну как бы, да, мы втроем созвонимся, и она тебе расскажет, покажет. Вот примерно поняли, как можно говорить? Угу. Вот. Угу, понятно. И просто заранее договориться, в какое время, и созваниваемся. И я уже объясняю, я уже даю расчеты, а вы смотрите, как это делается. Понятно, да? Вот теперь, ну, да. Да, со своими девчонками, смотрите, да, это нужно сделать, вот постараться прямо на этой неделе. А, почему? Ну, во-первых, начало каталога, и чтобы, ну, человек понимал, к чему он идет вообще. Вот. Дальше, на следующей неделе уже... Люба, а сам ты когда будешь это все рассчитывать? С тобой? Да. А то, если честно, мне тем хромает. Хорошо. Потому что со мной никто никогда ни разу не рассчитывал. А сама я там что-то до чего успела дойти. Ну, как бы, вдруг это неправильно. Ясно, ладно, хорошо. Может, знаешь, даже как я, например, с Кристиной тоже поговорю, и ты можешь сразу с нами, с двумя поговорить. Может быть, и ей так будет более комфортно. Ладно, хорошо. Завтра у меня в 9 часов вебинар. Ну, короче, нужно... Ты поговори с Кристиной. Она работает? Угу. Да, она работает. Вот да, она... ты сказала. То есть она может созваниваться в вечернее время, так вот, либо выходные. Ну, выходные у нее тоже только один выходной. Вообще, она мне прям пожаловалась. Я говорю, зачем тебе такая работа нужна? Ты на нее вышла. Это вот черный труд, вот просто, это кошмар какой-то. Она говорит, а я сейчас не в таком положении, чтобы отказываться. Мне, говорит, твое предложение очень заинтересовало, но, говорит, пока я это все, хоть на какой-то доход выйду, мне, говорит, на что жить-то? И вот получается, что вот эта вот ужасная работа у нее просто и все силы, и все время, и все вот забрала. Ну, я думаю, с ней, да, надо как-нибудь договориться, действительно, может быть, там, как в вечернее время. Вот ты в какое время свободна, чтобы не дергали тебя, ничего? А у нас тут одно за другим идет вечером просто. Я, нужно просто заранее, да, вот завтра, если мы берем, ну, если она до 7 работает, то есть она приходит домой, там, да, дом, семья, ужин, ребенок, она раньше 9 не освобождает. Завтра у меня в 9 часов вебинар, то есть я не могу, да, сама, в 10 мы с ребятами созваниваться должны, вот, в пятницу, я не помню, что у нас в 9, ну вот давайте в пятницу пока, пример, пока, я посмотрю потом, и, Свет, давай сделаем так, посмотрю в пятницу, в 9 wellness, наверное. А, может быть, да, надо посмотреть, кто там спикер. То есть в 9, в 9.30 вот в это время созвониться. Угу. Ну, в пятницу я уезжаю в Воронеж, но надеюсь, что к вечеру должны вернуться. Я так, ну, если что, я могу же смс написать, что там не получается, ну, хотя бы планировать. В субботу вечером я все равно здесь, ну, как бы, да, я более свободна. Потому что сейчас у меня получается так, что вот четверг уже все, да, вечер занят. В пятницу вот вечером может быть, в субботу, воскресенье. Дальше во вторник я уже уезжаю, и в понедельник вечером там еще может. Ну, я думаю, давай предварительно на пятницу, если что-то, да, скорее всего, перенести на воскресенье. Вот, потому что, в субботу у меня мам юбилей. А, все. То есть у меня в понедельник не получится.
Там у нас нет, нет, давай рассчитывать на пятницу, да, все-таки, чтобы не откладывать долгий ящик. Вот, пятница, если вдруг что, ну, я думаю, в воскресенье, да, я думаю, да, найдем какое-то времечко. Полчасика там найти, договориться. А, стоп, подожди, воскресенье, если, то только вечером. Мы в воскресенье идем на семинар Ольги Григорян. Он будет идти часов до 6-7 вечера, пока я приеду из Чебоксар, да, 8-9. Ну, то есть только вот опять же 8-9. Вот, то есть я из дома уеду часов в 11, 12 мне нужно туда доехать, Чебоксара. И обратно, ну, я как бы с расчетом на дорогу и еще оставляю про запас, да, на всякий случай. И обратная дорога, если до 7 будет идти, ну вот не раньше 8 я буду дома. Ну как бы либо. Ну давай, давай предварительно на пятницу все-таки. А сколько? На 9, на полдесятого? А сколько? Давай на 9. На 9? Да. Давай, давай, чтобы поздно тоже, да. Пятница 21.00. Я пишу Света плюс. Угу. Все, хорошо. Тань, ты тоже поговори с Юлей. Ага, ладненько. Вот. А, ну, поскольку, да, мы можем. Ну, то есть, Юля, она учится, работает. Она учится, и 16 вот будет только, когда вот в апреле, что ли. И считай, разница у нас 3 часа. С Омска она. То есть, если у нас 6 часов, то у нее 9 уже. Да. То есть с ней нужно созваниваться часа в 4-5 по нашему времени. Ну да, вот где-нибудь так. Ну да, где-то около 5 можно. 5 плюс 3, 8, ну нормально. Ну поговори тогда. То есть суббота, ну суббота, да, можно, например. Не завтра. Завтра, ну как бы не до этого будет. Субботу во второй половине дня. Mm-hmm. После 3 часов наших по московскому времени. Хорошо. Вот. Так, это по созвону. Теперь, видели, да, я сегодня информацию в лидерский чат выложила по поводу тренинга «Навыки современного предпринимателя». Читали? А, ага, да. Тань, читала? Не помню. Вот я выкладываю, для чего выкладываю, что даже не помню. Я сегодня готовилась к вебинару, я так мельком что-то читаю, что-то просто смотрю, как бы вот так. Смотрите, то, что, ну, я уже говорила, да, об этом, со 2 апреля стартует второй курс, второй поток тренинговый. Навыки современного. А это видела, видела, да. Да. Всех пятых. Да. Вообще сам тренинг дает, ну вот что мне он дал, да, мы вчера это даже на планерке обсуждали, то есть что он дает? Он дает, наверное, более полное понимание вообще системы работы, целостность системы. То есть что не из отдельных частей состоит, да, каждое там рекрутирование отдельно, сопровождение отдельно, там вебинар отдельно, а вот именно целостность и как все эти компоненты, элементы соединить в одну единую большую систему. Вот. Очень много дает в плане работы с людьми, очень много дает в плане, ну, вообще даже личностного роста. Да, то, что там дается, оно может использоваться в любой сфере, и дома, и с детьми, и, ну, как бы в любой сфере. Поэтому я вам рекомендую там быть. То есть это будет идти по воскресеньям. Первое занятие с часу до 4, это 2 апреля, а в последующее воскресенье, да, там до, ну вот в течение 2 месяцев по воскресеньям, с 12 до 5 вечера. А онлайн-то будет? Вот я, онлайн будет, конечно, то есть там онлайн только для тех, кто включается в эту, ну как бы, да, в этот тренинг. Там идет онлайн работа тренинговая, то есть там много упражнений, где выполняется работа в парах, но поскольку, да, вы работаете онлайн,
значит, вас соединяют с кем-то, с любым человеком, который из Нины, из нашей структуры, да, из любой другой команды. И вы работаете либо на телефоне, либо на скайпе. Ну вот на скайпе мы работали. Вот так вот садитесь и друг с другом прорабатывайте те упражнения, которые там будут идти. То есть мы, допустим, да, те, кто офлайн работает, мы сидим в парах, работаем там в зале полчаса, а вы полчаса работаете по скайпу. Понятно, да, система работы? Угу. То есть идет полная проработка, не просто вы посидели, послушали вебинар, нет. То есть вы послушали, сделали, послушали, сделали, послушали, сделали. И делаете в паре с другим человеком. То есть не сами по себе, да, именно в паре с другим человеком, слушая другого человека. Вот. Теперь по стоимости. Тренинг этот платный. Общая стоимость двухмесячных получается, да, двухмесячного курса, это 3500, если мы оплачиваем до 25 марта. То есть еще 10 дней. По онлайну ограничений нет, то есть как бы, да, онлайн-комната, она позволяет, ну, подключать. А по офлайну у нас есть ограничения, да, у нас кто быстрее сдает, тот и успевает, потому что максимум 50 человек будет офлайн. Поэтому, девочки, вот я вам очень рекомендую быть на этом тренинге. То есть есть моменты, где, ну, не знаю, да, наверное, просто нужно принять для себя, что это надо. Надо включиться и делать. Вот, поэтому для себя определите, решите реквизиты, куда переводить и сколько вы, ну, я там выложила, да, посмотрите. И мне напишите, пожалуйста, план, как, ну, как бы, да, будете, не будете. Но я бы хотела видеть вас всех на этом тренинге и вместе работать уже. Мою позицию как, услышали. 2 апреля, да, первое это или когда? Первое занятие 2 апреля с часу до 4. Онлайн тоже идет, ну как бы, да, параллельно так же. То есть это в режиме реального времени. В час начали и в 3 часа там поработали. Все, отключился онлайн, мы разбежались по домам. Потом через неделю то же самое и так далее. То есть это 8 или 9 занятий там по воскресеньям. Угу. Так что включайтесь обязательно. Вы сами увидите результат, как бы, да, на себе. Вы сами поймете, что, ну, оно стоит того. Вот я просто была на этом, ну вот на первый поток, когда набирался, я была на этом тренинге, и для меня было вообще очень много как бы нового, полезного. И очень много, ну, вот понимания, да, что для чего вообще делается. То есть мы иногда просто делаем, не понимая для чего. А вот там именно пришло понимание, что и для чего делается. Это понятно, да? Угу. Так, да. Хорошо. И еще один момент. У меня предложение по количеству планерок. То есть у меня сейчас, ну, как бы, да, я иду от себя. Вы уже дальше сейчас поддержите, не поддержите, посмотрим, каждый свое мнение выскажет. У меня, ну, складывается ситуация, что я не успеваю, ну, как бы, да, толком рекрутировать и обзванивать, и с новичками работать, просто физически времени не хватает. Вот, поскольку утром школа, а сейчас еще конец четверти, да, каждый день там контрольный, самостоятельно, это все нужно проверять, выставлять и так далее. Вот, поэтому я предлагаю сделать планерки реже, но каждый вечер отчитываться в чате. Да, в принципе, можно. Уж если какие вопросы будут, так также можем созвониться или через... Да, по-любому, да, если какой-то вообще вопрос возникает, то его можно сразу в чате задать. Каждый вечер, вот как мы устно словесно отчитываемся вот здесь, да, сколько объявлений, сколько откликов, сколько регистраций, там сколько реформ отправлено. Вот то же самое мы делаем в чате, в бриллиантовой команде каждый вечер. Хорошо. Ну, один момент тут, наверное, такой вот нюанс. В принципе, мы не столько отчитываемся, наверное, ради отчета, сколько действительно в планерках делимся там какими-то инструментами или какими-то... отзывами своими об этих инструментах работы, да? Ну, вот по отчетам мы
отчитываемся там, а вот по всему остальному у нас же все равно планерки не отменяются, они будут. Вот вы сами как видите, как часто их можно? Ну так смотри уже, как тебе удобней. Мы же твоего графика не знаем. Вы не на меня ориентируетесь, вы на себя, да, вот на вашу потребность. Как часто? Ну, не знаю. В принципе, потребность тут уже, наверное, привычка, во-первых. А во-вторых, ну, вообще, вот если логически, да, вот хочется сказать, что через день. Но логически, если подумать, то, в принципе, мне кажется, достаточно 2 раз в неделю, например, понедельник-пятница, да? В понедельник там задать тон, и в пятницу как бы сказать, что там за неделю произошло, и тут уже впереди выходные, кто-то там перестраивает свою работу и так далее. Опять за выходные поработали, там в понедельник посовещались, что как лучше. Может, не в пятницу лучше, а в четверг, а то, ну, как-то так, а то до пятницы очень большой промежуток выходит, все равно целая неделя. А там проходит 2 выходных, и в понедельник уже опять получается. А у нас неделя, потому что 7-дневная, все равно получится. Тогда тут от четверга до понедельника тогда получается точно столько же дней. Ну, там, понимаешь, воскресенье, он в какой-то степени выпадает у многих. То есть он все равно выходным днем идет, и он у многих выпадает. И если у нас тренинги начнутся, да, вернее, не если, когда начнется тренинг, мы будем там. И вот, да, в плане там рекрутирования, работы с новичками, он будет не настолько полный, какой мог бы быть, если бы был полностью был свободный. Ну да, да. Вот. Ну вот идея в плане понедельника и четверга, она, ну как бы, да, мне она нравится. Вот вы сами как. Хотя бы как бы с понедельника по четверг. Это просто логически. И там также выходит с четверга по понедельник тоже 3 дня. Ну то есть первая половина недели и вторая половина недели. Ну да. То есть понедельник мы начинаем неделю, начинаем каталог, да, и все-все-все, а в четверг мы как бы, ну, как, уточняем, над чем работать, как, ну, что делаем во второй половине недели. Ну, как-то так. Угу. Оставляем тогда так? Да. Давайте попробуем, а там скорректируем, ведь все равно в любом случае мы в любое время можем созвониться, даже в чате там как-то договориться или что-то там, мало ли, если какой-то вопрос возник, неотложно. Хорошо. Тогда мы пока оставляем. Так, Тань, мы с тобой договорились на когда? На субботу после обеда, так ведь? Да. После 14.00. Ой, после 15.00. Пишу Таня плюс. И у нас получается понедельник и четверг 18.00. Также оставляем время. Ну, в принципе, 18.30, оно, ну, такое нормальное. Иногда же бывает долго говорим, и до вебинара как раз успеваем, ну, проговорить. 10 минут осталось. Да, кто будет сегодня, нет? Я буду. А то вчера Костя подключился, я подключилась, он даже мне не включился. А что это он так? В каком плане не включился? Ну, никого не было, и он даже не стал уже, вот время 8 часов потом. Смотрю, он уже слайды включил 8-часовые, и я как бы пишу, что будем, нет, и вот он типа еще маленько подождем и начнем. И вот он минут тут сколько-то 9-го начал, и вот мы с ним вдвоем тут. А 7:30 он так полистал, как бы никого нет, я была, и он не стал ничего. Рассказывайте. Но если нет, это же наша проблема, то есть это же мы делаем так, чтобы там никого не было. Вернее, мы делаем... Ну, самому тебе неинтересно сидеть и рассказывать, никто с тобой не общается. Ну, значит, нужно заполнять вебинарную комнату с людьми. А если вы не приходите? Я вчера просто с новичками созванивалась, у меня не получалось никак в другое время. Я созванивалась с новичками, поэтому не смогла подключиться ни на что. Вот. Yes. Рассказываем друг другу, даже если никого нет, рассказываем друг другу. Я вообще рассказываю сама себе, допустим, да, и делаю запись. Ну, всякий случай. Запись. Да. Вот надо научиться посмотреть, где что этот. Вот поэтому все возможно. А у меня было даже такое, что я начала вебинар, а потом подключились новички 2.
Хотя я начинала в пустой комнате, никого не было. Ну да, и такое бывает. Поэтому, если стоит в расписании, значит делаем. Так, вопросы. Это, конечно, может быть глупый вопрос. Я тебе сегодня звонила, не помню уже. А, вот насчет может этого, не этого, не знаю. Этот, на телефоне переполнена память, а с компьютера вот эти в Oriflame, с Вайбера. Как перетащить мне фотографию? Я делаю поделиться, у меня выходит с Наташей Васильевой. Ну, наверху написано, да, над фотографией, Наталья Васильева. Как мне сделать, чтобы мне ее с Вайбера перетащить в контакт? Без всяких лишних надписей. Через компьютер? Ну, через ноутбук. А у тебя Viber нет в компьютере? Есть, есть. Вот я и говорю, как мне перетащить? Я сохраняю на рабочий стол и только оттуда загружаю. Я по-другому не знаю, не получается у меня. Ну вот, да, ладно, потому что у меня информация уже второй день не выкладывается, в телефоне пишет, иди дальше. Удали фотографии старые. Удаляла уже там все лишнее и все, уже кучу удалила всяких там слайдов, загрузок, не загрузок, и все равно он мне почему-то никак сегодня не дал ничего зайти даже в фотографии. Я сохраняю на рабочий стол и с рабочего стола выкладываю в той последовательности, в которой было в Вайбере. Ну вот тогда я так и сделаю. Это уже второй день, считай, информацию Наташа выкладывает, а у меня в чате нет информации. Да, я тоже обратила внимание, оптом все там сразу кучей не выкладывайте, то есть людей это, ну, нервирует некоторые. Бывает. Да. Поэтому то, что ты там за два дня не выложила, выложи за первый день. А завтра выложишь за второй день. Ну вот после тогда вебинаров я выложу, допустим, за послезавтра, за вчера или когда там, а уж завтра тогда то, что сегодня было. Да. Вот. Ну, чтобы не было, что за один раз там, да, 20 сообщений только в одном чате. Фотографии же тоже как сообщения идут. Ну да. Вот поэтому. Ладно, девочки. Любовь, хотела я еще, да, да, Татьяну, пока-пока, если тебе надо там готовиться. Все, давайте, жду вас. Ага. Люба, как проверить наличие паспорта? Верификацию прошел человек или не прошел? Видео же есть, как сделать верификацию? Да, а как ее, ну, мне надо проверить, сделана она или нет верификация. В этом же месте будет стоять статус, да, там типа на проверке ли, либо уже прошла верификацию, вот в том же самом месте. А, ага. Просто заходишь, это же Хорошо. Самое место находишь, как видео показано, и смотришь угу. там статус этого процесса. Угу. Все, поняла, хорошо. Видео есть, скинуть? Не, оно у меня есть. Я просто не спрашивала про эту верификацию, и я просто не помню, что она мне ответила. Ага. Мне почему-то кажется, что она ответила, что да. Скажет, вот пристал бестолково. А я, может, сразу себе не пометила где-то, а сейчас думаю, да зайду, да посмотрю, а что это тыкалась, и не нашла никак. То есть прям по видео заходишь туда же, где нужно загружать эту фотографию паспорта, и в этом же самом месте там стоит статус, прошла верификация или не прошла. Все хорошо, понятно. Хорошо. Так, завтра у нас будет планерка, да, по плану. Все, а потом уже смотрим до понедельника. Хорошо. Все вопросы текущие решаем по уходу. Хорошо, спасибо большое. Ладненько, давай на связи. Пока.